что ж, давайте проснемся, друзья, ваши аплодисменты, где вы? Спасибо. Как настроение? Опять первых пять рядов. Сзади, как настроение? Отлично. Перед тем, как мы перейдем к нашей конкурсной программе, я бы хотел... Дело в том, что кто первый раз у нас на КВН? Поаплодируйте. Не, поаплодируйте. Хорошо. Поаплодируйте, кто не первый раз. А остальные что? Что-то мало у вас. Я бы хотел пригласить на эту сцену прекрасную девушку. Давайте ей поаплодируем. Лена Царева, которая сегодня фотографирует всех вас, всех КВНщиков. Одна небольшая просьба. Не могли бы вы все поднять руки? Да, и можно выключить свет на сцене? Спасибо. Поднимите все руки, мы сделаем одну общую фотографию. А побольше свет в зале можно сделать? Какой-то. Не опускаем руки, друзья! 3, 2, 1, а теперь поаплодируем все вместе! Лен, спасибо большое! Заходите на официальный сайт царева.ком, правильно? Да. У меня есть... Вот, спасибо большое. Кто заполнял? Заполняли? Есть? Чтоб не было такого, что от нас. Поаплодируйте, кто заполнял купоны. Кто не знает, я вам сейчас расскажу. На ваших билетах были вот такие вот замечательные купоны, которые вы могли заполнить, составить свой номер телефона, потом получать 5 месяцев спам и все такое. Все это будет, не переживайте. Но сейчас мы с Еленой выберем один из купончиков, попробуем дозвониться до него, и до того, до кого мы дозвонимся, станет победителем нашего такого мини-конкурса. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Спасибо, держи. Я достану свой телефон. Nokia 3310. Вот он. Друзья, можно поаплодировать, можно музыку какую-то. Сейчас я пока наберу номер телефона. А вот. Спасибо. Я звоню. А, забыл сказать, чтобы вы включили телефоны. Может быть, это не важно. Попробуй. Ну, здрасте. Гудков нет, наверное, вот у. А, нет. Есть гудок. Есть? Алло. Это опять девушка, это приятно. Где вы? Встаньте, пожалуйста, чтобы мы вас увидели. Где вы? Кто вы? Где? Покажитесь. А вот вы. Спуститесь, пожалуйста, к нам на сцену. Поаплодируйте, это наш победитель. Лен, спасибо большое. Ну вот, в этот раз кто-то сверху. Это уже хорошо. Вот что значит не подставной человек. А вам придется спуститься. Здесь, к сожалению, вы не пройдете. Здесь тупик. Вам, да. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. Очень жидкие аплодисменты для нашего победителя. Вас не слышно! Она поехала домой. Вот! Здравствуйте! Как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы впервые на КВН? Впервые. Что ж вам так везет-то? Подходите поближе, не стесняйтесь. Скажите, Светлана, чем вы занимаетесь? Работаю здесь с ресторанами. Ресторанами идите? И там наверху сидите? Не очень, да, дело? А, только недавно взяли. Сегодня взяли ресторан? А, билет, понял. Я думал, сегодня взяли ресторан, билет. Все в один день. Последнюю секунду решили прийти. Это хорошо. А как ресторан называется? Греческий, Кавала. Кавала? В Дюссельдорфе? А вы гречанка? А, очень приятно. А в каком городе родились? Казахстан. Можете не продолжать. Мы тут все греки. Мы тут все греки. Как называется ваш ресторан?
А, Ковал, я уже спрашивал. Нас просто не сняли первый раз. Ковала, а в Дюссельдорфе? Да. Скажите улицу, чтобы мы все вместе, вот 800 человек пришли сегодня к вам и эгей, Цацикиным. С мясом с каким-нибудь. На какой улице находится ресторан? Брунненштрассе. Брунненштрассе. Никому ничего это не говорит. Ну ничего, Брунненштрассе, приходите. Ковала, да? Ковала, давайте поаплодируем ресторан, очень здорово. Вот, но мы очень рады, что вот так вот впервые приходят наши зрители на КВН, и вот так вот им везет. Мы вам предоставляем сейчас приз. Это ужин в ресторане. Ковала! Нет, шутки в сторону, все-таки это КВН, какие шутки. Цаланда, 50 евро. Может быть, вы что-то там найдете. Это вам гудшайн. Спасибо, что вы пришли. Спасибо большое. Друзья, ваши аплодисменты! А можно... Секундочку. Я извиняюсь. Не могли бы вы сказать на греческом «Ты вы рус». Мы любим удивлять. Или на казахском, я не знаю, как лучше. Не стесняйтесь. Или... Да? На казахском. На греческом. На греческом, давайте. Ты вы рус, мы любим удивлять. Пожалуйста. КВС Мареси Насасантамазуме. Вот Насасантамазуме, ты вы рус. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Ваши аплодисменты, наш победитель.